здравствуйте. В студии Аскар Басыров, и это «Мировые новости». Министерство здравоохранения России предложило повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9%, сообщает «Известия». Как считает ведомстве, оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей. Темпы роста ставки налога, по мнению министерства, должны опережать инфляцию. Цель по ней в этом году 4%, а в июле, по данным Центробанка, она составила 3,9%. По мнению Минздрава, увеличение акцизов является наиболее эффективным методом снижения потребления алкоголя. Правда, вот реальность рисует немного другую картину. Эксперты оценивают объемы продаж нелегального алкоголя в 50-60%. В связи с этим уже другие ведомства, Минпромторг и Минэкономразвития, предлагали установить цену за пол-литра на уровне 120-130 рублей. Всегда нужно придерживаться золотой середины, потому что, как мы знаем из печальных событий прошлого года, россияне не перестали пить всякую гадость типа боярышника и, надо думать, делают это не от хорошей жизни. И вот здесь встает сложный выбор – повысить акцизы и пополнить бюджет или спасти кучу людей, которые, возможно, не отравятся.